Еще до церемонии открытия на немецком мотобольном стадионе прозвучал российский гимн. По правилам турнира сначала зрители должны увидеть игру прошлогодних чемпионов, то есть сборную России. В роли соперника выступила команда вице-чемпионов сборной Франции. Состав сборной России 2019 года – 4 игрока из Ипатовского «Колоса» и 6 представителей видновской команды «Металлург». В стартовом составе тренера выпускают вратаря Алексея Семенова. Также на поле капитан сборной Владимир Сосницкий. Один из лучших игроков российского чемпионата – Сергей Крошка. Левая нога россиян Иван Крыштопа и русский француз Роман Дицина. Официальный игрок «Металлурга», но уже третий сезон играющий по аренде во французской команде «Сумма». В первом периоде россияне забивают 2 мяча. Отличились Иван Крыштопа, а следом за ним Сергей Крошка. В первый период мы начали игру достаточно неплохо, повели со счетом 2-0. Потом у нас произошли небольшие замены, скажем так, экспериментальные замены с составом. Начали пробовать, думали, игра в наших руках, все будет нормально. Но все пошло не по намеченному плану. Во втором периоде многие игроки были не на привычных для них местах. От этого посыпались ошибки. А я сам не знаю, куда мне ехать, защиту или нападение, понимаешь? Когда ты на поле. Ты поехал в защиту. Соперники сравнивают счет. И дабы не рисковать, тренерский состав заканчивает с экспериментами. На поле появляется стабильная четверка. Потом нервотрепка началась, естественно. Не могли взять себя психологически настроить. Но потом все-таки в четвертом периоде ребята активизировались. Вышел опять состав надежный, ветеранский. По поводу тех голов, что мы пропустили. Да, 2 глупенькие ошибки. И счет-то 2-0, счет 2-2. Просто уже почувствовали кровь, понеслись вперед. Вот, я считаю, если бы продолжили играть мы так же, не знаю, с чем были связаны замены в составе, чуть 2-0, то сложилось бы все легче. Но случилось то, что случилось. Хорошо, что сумели забить 3-й гол. Вот, немножко успокоиться против себя и довели матч до победного конца. 3-й гол при розыгрыше штрафного удара забил Иван Крыштопа, спаса Владимира Сосницкого. 3-2. Счет больше не менялся. И эта победа стала первой ступенькой к призовому пьедесталу. Елена Бабина, Ольга Садовская, Видное ТВ.